Всем приветики. Как происходит? Охлаждение компа в плюс 32. Ну вот так. То, что там большая температура на улице, как бы. Компьютер дома тоже очень жарко. Компьютер сильно греется. И чтобы не сильно все оно перегревалось, чтобы комп не сгорел, у меня прямо вот на системник стоит, дует вентилятор. Он стоит прямо рядом со столом и дует прямо на компьютер. Причем оно еще так обдувает. С этой стороны спереди еще в бок кто-то задувает. Плюс потоки ветра идут еще и взад. И там еще тоже обдувает. Такой вот доп. Охлаждение для ПК. А самое интересное при этом всем, что я вот сейчас сижу, транслирую как бы. И не слышно вентилятора в микрофоне. Ну то есть... Я вот здесь сижу, как бы, говорю в микрофон, и при разговоре вентилятора не слышно, потому что шумоподавление стоит. И это круто реально. Вот такие вот делишки. Ну, а на этом все. Всем покедова.